Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и я продолжаю последний в этом году ФФА сериал. Аж 10 человек, и я играю за новую нацию Польшу. Если вы не видели первую серию или вообще вот наткнулись случайно на эту серию, то начните смотреть сначала. Ссылка появляется в верхнем правом углу. Ну а всем остальным приятного просмотра. Не, сначала я все-таки твоей галере помахал. Ну да, чем-то. А ты все еще там? Иди направо, мой город рядом. Надо миссионера покупать, потому что, видите, Познань не обращена, и я, соответственно, тут не могу библиотеку купить. Поэтому купим миссионера, потом еще, может, Тескока обратим заодно. Так, кстати, нужно исследовать машиностроение. Слушай, Качечка, ну ребята, которые по науке вырываются, они там где-то рядом с тобой. Я верю в помощь, в мощь убеждения. Ты веришь в чудеса? У меня нет чудес. Так, значит, еще раз посмотрим, что у меня... Я верю в замки. Суконные ряды, блин. Верю в арбалеты. А я в гражданскую оборону верю. Плюс 2 производства от международных торговых путей. А внутренние будут золото давать. Я лучше международные буду запускать. Что тут и Марсель открыт, и опять так сколько тот же открыт. Надо, кстати, отправить сюда какого-то скаута, что ли. Ацтек, там предложение. А, давай глянем. Ты ход только... Отмени конец хода, да. Тут, когда ход заканчиваешь, уже ничего невозможно ни принять, ни сделать. А зачем эта штука, кстати? Я хочу попросить потом открытые границы, чтобы открыть твои города, куда посылать караваны. Чего ж себе? Да, вот так все сложно. Иначе, ну, оно ж пока город не открыт и проход к нему не открыт, то, соответственно, нету никакого. Ну, я вроде могу к твоим городам караваны. Ну, которые ты видишь, теперь. Правильно? А не ко всем подряд. Да, три крайних. Ну вот, об этом и речь. Главное, что столица вроде. Нет, не так... всегда. Главное, кто где. Бабы забирают. Еще предложение. Ацтек. Очень странно. Шел мой поселенец, и компьютер на него не напал. Поленки, юнит. Всегда.
кто-то. А, раб слева от грека. Я думал, он сверху. Ну, не знаю, чего вы беспокоитесь. На самом деле, тут на грека, опять же, как минимум трое человек могут нападать с разных сторон. Четверо, я думаю, даже. А кто четвертый? Ну, Польша, Франция, араб и второй грек. А вот второго грека не вижу. Далеко. Не, очень далеко. А, не, второй грек, да, что-то я погорячился. А, ну да, ну и конец там может чем-то помочь. Ну тут, видите, моя религия в основном, тут вот православие, можно сказать, и Женеву обратить. Тут как-то одинаково влияет. Так сколько сейчас сам вообще станет в мою религию? То есть я сейчас поздно не обращу и побегу дальше туда открывать города от стека. Американец, не против, если я на этой стороне озера поселюсь? Да блин, да... Это твоя территория. Делай что хочешь. Окей, окей. Свали ты уже я с железа. Я даже не собираюсь лезть. По-моему, тут все ясно. Не, ну если там принципиально против и готов воевать из-за этого, я ну, это могу мне... туда не ставить. Это ничего не... Я, по-моему, я пока еще ничего не хочу менять. И все равно еще не стал моей религией. Ну ничего себе. Так, а тут холмы тоже, да? Прямо тут вырубим лес. Конные ряды, конечно же. Так, тут Гданьск растет. Вообще можно было бы и обработать. Ну, давайте центр коммерции начнем строить. Потом здесь вот в Люблине следующим ходом еще одного строителя и поведу в Гданьск обрабатывать. Ого. Внезапно. Бесплатно 50 золота. Так, давайте смотреть, что у нас тут с демографией. 60 вход у японца. Ну, 65 у американца. Типа, вроде все ровненько. Ну, 187 у Перикла. Кто-то... Это не наука. Наука. Ну, я знаю, что не наука. Ну, вообще, у ближайшего, я так понимаю, меньше 40 даже. То есть, блин,
Ребят, вы все согласны, что наука нифига не дает. Ни юнитов, ничего интересного. Чего приставить? Армия дает. Наука дает нормально, что? Нет, ну... Это очень большая проблема для него, он сильно упоролся, мне кажется, это зря. Ну, почему? Культура там неплохие, бонусы дает. Я не считаю, что он упоролся, и для него это проблема. Для него это как раз-таки бонус. Сейчас он наковыряет на науку. С другой стороны... Тоже. С другой стороны, тут действительно, если грек там, как вы говорите, выйдет в корпуса... Ой, прошу прощения. Выйдет в корпуса или в армию. Нет. Если он хоть на кого-то нападет, то тут просто, ну, с нескольких сторон на него сразу. И тут нету какого-то там, знаешь, горы, которые бы мешали, нифига. Тут, может, если только от француза чуть посложнее, потому что тут есть джунгли. Но тут, если он нападет на араба, например, я могу с другой стороны ударить. Не знаю. Я думаю, это его и сдерживает, поэтому он как бы сейчас... Тихо. Мне он осуждение он кидал, потом что-то передумал. Ну, как бы до меня ему далеко очень. Ну как далеко? У тебя границы вообще нет? Есть, да, но ты посмотри, это нереально, мне кажется. Но он просто не удержит. Граница-то есть. Ну, в общем... Японица, пропусти меня. План такой, застрял. Планомерно наращивать количество науки, религии, чтобы за нее покупать науку. Возможно, надо где-то театральные площади построить в каких-то городах. Например, в Гданьске, в котором, ну, негде строить кампус, который бы давал науку. И, возможно, либо в Быдгоще, либо во Вроцлаве. То есть... И тем более, как я на кого-нибудь нападу? У меня тут со всеми вами, прям двоих, есть уже заключение дружбы. Я не могу физически напасть на меня. Ну, закончится, нападешь, это не... Знаешь. Так я обновляюсь со всеми. Ну, с кем-то не обновлю. Да. Ну, блин, это, знаешь, это несложно. Он не хочет знаю, культурой что... победить. Мы его раскусили. Да а не, ну... У Джоэла рассинхрон, да. У тебя одного рассинхрон. Ну что, на паузу нажать, да? Да я успею, наверное. Не, я на паузу нажал. Подданные верят, что ваше правление истинное благословение небес. Озарение для трех случайных технологий. Наверное, возьму. Ой, закрыли меня, пацаны. Надолго? Хоть навсегда. За что, за что? Да тут город... Шизуока, и я попал в капкан. Ладно, буду там стоять, пить всю игру. Ну, кинь мне проход, что ты? А куда мне выйти, чтобы это японцы, да, через японца? Ну, мне, да, японцы кинь проход, я тебе дам. Спасибо. Как-то собор Святой Софии не фонтан, честно говоря. Давайте-ка строителя еще одного. Так. Тут +2, но...
Нет, вот тут я построю. Тут, кстати, можно будет с гаванью их соединить, если что. Ого. Демоны замуровали. Так, университет рядом с горой, но мне надо его будет просто купить. 42 веры вход. Вот тут купить университет. 225. Ну, то есть 4-5 ходов. Нормально. Тут надо еще обработать, конечно. Так. Ну, пускай пока так идет. Здесь тут надо строить, тут надо строить. А рабочие фиг знает где. Блин, может мне в Кракове тогда сначала рабочего построить? У этого еще сколько? 6. Будет сейчас Люблин обрабатывать. Этот строитель я отправлю сюда. Обрабатывать. Собственно, и больше Бытгощ в Вроцлав. Надо, конечно, еще города ставить. Ну вот прям непреодолимое желание тут поставить город. Тем более, что у меня есть эта способность польская, да? Отжимать клетки. И тут где-нибудь. Тут вроде ничего интересного поймите, нет. Поймите правильно, а чё так долго ходим? Войны ж нету. По 8 городов у людей там. Ну я говорил, надо, ну, окей. Надо было на 3 минуты таймер ставить. Это ну, все... 8 городов и. А что и? Они сидят, не ждут, знаю. Когда таймер кончится, рассматривают цивики, там в цивилопедии читают что-нибудь. Можно делать, пока другие ходят. Можно, но зачем, если таймер есть? Качечка. Я нажал. Ну, не нажал. Нам написано, что ничего не нажал. Качечка, конец хода, не знает, как нажимать. Ладно, ладно. Позор. У меня вот написано, что Горга не нажал, Саладин и француз. Ну, здрасте. О, рыцари уже. Что-то я последний по армии. Но у меня у соседей, собственно... Слушай, Перикол, а что у тебя... Ты первый по армии, у тебя такая мощь уже военная, 508. А что тут все соседи сговариваются в альянс против меня? Кто будет меня разбирать? Кто города какие захватит? Когда это? Я не слышал такого. Это называется уже... Звоночек, да? Да. Я просто объяснял, например, что если ты на кого-то нападешь, то тебе можно помешать. Ну окей, арба отличная вещь для защиты. Не будет никуда не двигаться. Спайсики есть на обмен, ребята. Кому надо? Кто еще не пробовал? Специи. Перикол не пробовал. Давай, может, отстану наконец-таки от вас. Да, ну давай.
Пожую хотя бы тут. Всю жизнь мечтал. Так. Торговцы. Суконные ряды тут построены. Тут надо до 7, чтобы вырос. Вот так, 3 хода. Надо вот тут лес вырубить, вот тут будет коммерческий район у меня. На этом холме. Ну, потому что будет плюс 2 от речки. Куда я могу еще воинам-то пройти? Есть там дырки в ваших границах? Греки? Я могу открыть тебе границы. Открой мне границы, пожалуйста, грек. Это... Качечка. Это Испания. Можешь юнитов переправить и походить рабочими, и все построить, и проверить, я слово где обвиняю. Сидят. 5.5 минут таймер. Надо было 3 минуты ставить. Так, уже нехватка жилья здесь. Опять у меня силу перекупили. Неужели убьют? Не спасет меня там араб. Отставь, дашь пройти разведчикам? Проверяем демографию. 24 техи, 64 вход. Ну, тут отставания совсем практически нету. То, как видите, специально многие технологии просто не исследую. Так, знаете что, я, наверное, отменю астрономию. Знаете, наверное, массовое производство лучше. Сейчас я лесопилку построю. Где только. Вот тут надо будет лесопилку построить. Убили все-таки мне там скаута. Жалко. Ну, нормально. Пол таймера. Ладно.
Не надо. Ты, надеюсь, разведуешь? Ты не плывешь ко мне, апостол? Разведу, раз. Достаточно, чтобы приобрести мечеть. Но я на универ коплю. 275. Окей, 5 золота вход. А, вот тут лесопилку можно. Тот там француз по науке очень вырывается вперед. Он уже в индустриализации, у него 88 ход. У них сел. Ну, за пару ходов очень сильно поднялась наука. Что да. Карточку вставил. Да, плюс дружбу заключил с греком и построил кампусы наконец. Парочку. Все, конечно. То без них всю игру сидел. Кстати, да, как и все равно я не понимаю, у меня было 40 на опе. А, так я последний вам все равно. Бедняги. Ну, больше всего производства ты сколько получаешь? Потому что все более-менее ровно идут. Вот по культуре там какой-то сумасшедший дом творится. Блин. Театральная площадь. Может, библиотеку великую построить? Это джунгли надо вырубить. А нельзя при загрузке сейва таймер 3 минуты поставить? Нет. 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 Ну я уже походил, это не я. Надо торопить, да. Да, надо было, конечно, десерых 3 минуты по-любому ставить. Много. Тут видно, как-то от количества игроков тоже прибавляется. Естественно. От количества юнитов, по-моему, оно. Да, от количества юнитов зависит. Ну, соответственно, чем больше игроков, тем больше юнитов. Американец, это ты зарешил Стоунхедж? Нет, это француз, горе-француз. А что? Да просто интересно. Француз прошел Стоунхедж, у него в 15 раз меньше веры в ход, чем у меня. Так потому что святых мест я не строил после этого. И нафига тогда было строить Стоунхедж? Чтобы не строить святые места. Да, это логично. Самое полезное. Я ж не знал, что там американец выпендриться решит. Догадается, что я не смогу принять фантом. Выпендриться. Я взял, ну взял бы я вторую религию, чё, было бы нормально. Выпендриться сразу, смотри какой. Видишь, опыт показал, что всё правильно сделал. Так. Следующим ходом будем менять правительство. И поэтому пойдем в просвещение. Для того, чтобы быстрее выйти в просвещение, художника я вряд ли получу. Госслужба, город в 10. У меня что, до сих пор нет города в 10? Вот Краков скоро будет. Через 3 хода. Так, дальше. Гильдия уже ускорена. Да ладно. Заключите союз другой цивилизации. Вот это надо. А
А что за Alcazar Improvement? Это что теперь? Что дает? Что это можно строить? Это вот я только исследую. Как Фортена, по-моему, еще культурку дает. Прикольно. Так, тут чисто производство. Тут производство. Мы уже достроим крылатого гусара. Так, тут производство. А если так, все равно 3-4. Об умных играх вам рассказывает Лёша Халецкий, а о любимых местах в городе напомнит 2GIS. Добавляйте нужное вам место в избранное в приложении 2GIS, и адрес будет в быстром доступе и всегда под рукой. Бесплатный справочник организации и детальную карту городов 2GIS можно скачать на одноименном сайте 2GIS.ru под любую платформу. 2GIS, если быть точным. Ну, вроде норм. Можно, в принципе, каждый ход и напоминать. А как не видишь, если вот он справа? Не, ну это сильно ускорит игру, если подгонять. Верфь. Стык, я извиняюсь. А вот там вот тот город, это так и задумано? Ну просто интересно, я ничего не хочу сказать против, просто недалековато ли? Так, наверное, строителей можно убирать. Шапакачи-пакако? Да-да. Икштапалюка. Ну да, в принципе, так вот и подумал. Икштапалюка. Просто вот я так понимал, что ты вот к Сочи Калько и Чалько, между ними должен был город поставить. Окей. А чё ты его туда засунул? Я не понял. Он же тухлый вообще какой-то. Так. Ну. Давайте. В море есть где более-менее покормить. Блин. Плюс 2 золота от торговых путей. Чудеса нет. Уменьшает стоимость клеток нет. Построил, да, поселенцев хорошо, нет. Бонуса от соседства кампуса, да. Он места у меня здесь. Плюс одна культура и науки от международных торговых путей. Так да. Я ж тебе говорю, а вот то место, которое я тебе назвал, оно никак не то. Нет, Чалько и плюс 2 к жилью. Да. С тремя и более специализированными районами. Место прям вот там напрашивается город, нет? Ну, можно, кстати, можно. Ну, отметь мне, где именно ты думаешь. У меня был план поставить еще туда город. Там есть место, куда можно воткнуть. Почти полтаймера. Сейчас отмечу. Я дохожу просто. У меня такая страна пока... Как город прочитаешь, уже полтаймера пройдет, видишь. У кого там страна такая? Мексика. Ну, эти, ацтеки. Мексика. Так, сколько у меня спайса? Тоже на пряностях ацтеки сидит. 2, нет. Пока не будем торговать. Так, Сеул хочет торговый путь, отлично. Канди хочет промышленную Твоя зону. Я принудительно закончил наполовине. Красавчик. Очень классный парень. Так ждем. И американца. Американец там ищет, где метку поставить. Сейчас, погодите, там метку. Ну, закончите ход и поставите метку, да? Не, я-то да, я без проблем и так поставлю. Просто я еще ходил за варики. Я просто думаю, что... И получается, акведук ты на свиней не поставишь. It's all papers and forms. Но он вообще там напрашивается, просто у тебя два города вообще где-то, извини, в жопе. Нет, это я не буду. Ну один менять. Так точно. Ацтек предложение. Ого, какой интерес. Нормально.
первую очередь это ускорение Цивика. Это фиолетовые технологии, да? По культуре. Да, фиолетовые технологии. А еще есть синие цивики. Социальные политики синие. Фиолетовая технология. Желтый снег, блин. Нельзя есть желтый снег. Бури и хлада, да. Кто-то научен горьким опытом. Ребят, закончились сделки, сахар с кем торговали. Это американец сахарок толкал. Вот кто там, с кем закончились? Посмотрите. Я уж не помню. Так, производство в Кракове, в принципе, тоже. Хотя можно расти с другой стороны-то. Можно расти. Так, что у меня тут с торговыми путями? Дают. Полтаймера. Успели, успели. Опять американцы, что? Да я смотрю, с кем я торговал. Я что-то понять не могу. Надо осуждать тех, кто медленно ходит. Это точно, кстати, хорошая идея. Ни с кем, что ли, не торговал? Сахар никому не нужен? У меня есть. Чек есть. Мне нечего тебе предложить. Ну, имейте в виду, тогда странно. Блин, с кем-то ж менялись и все. Могу поменять вино на сахар. О, давай, кидай. Вот мы с тобой и менялись, однозначно. Да. Только я зашел в сделки на переходе хода, и у меня завис просто. Просто Тедди Рузвельт на весь экран. Блин, сколько... Три нации сразу вышли в промышленную эру. И одна такая одинокая Индия в возрождении. Ой, да ладно, некоторые вообще в средневековье, чего-то. Интересно, где я? Так, я предложил. Ага, все, поменялись. Благодарю, ребята. Точно, смотрите, француз еще в средневековье. И я тоже, не переживайте. И я в средневековье. А чего вы там боялись француза? Вот как он, будет нападать? Блин, тут уже мушкетеры. Ну да. Сейчас, погодите. Он в индустриальной эре француз. Нет, это он. Это по цивикам, а по науке ты в средневековье. Ты в индустриальной эре благодаря культуре. Так я про француз говорил. Ну. А, блин, я про грека вообще-то. Я про грека. Блин, у вас, кстати, такой одинаковый цвет. Я имею в виду, что грек. У него куча культуры, но при этом он сидит в средневековье по науке. Блин, правильно. Вот это фигня. Правильно. Здесь, наверное, надо было ему поймать немножко получше баланс между 200 культуры за ход и самый, ну, иной 50. Давайте-ка вот этот лес мы возьмем Кракову. Вот всего по сотенке было бы топчик. Так, Познань. Топчик, топчик. Полтаймера. Надо завязывать, значит. Так вот, ацтек.
Я просто думаю, что тебе надо с акведуком ставиться правильно туда посередине или забивать на акведук уже, если у тебя открыты эти или скоро будешь открывать зоны жилые. Как они там? Зоны. Neighborhood. Ну, жилые пригороды. То тебе лучше, конечно, поставить город вот сюда. В данный момент я вот один выход вижу. А, вот что ты думаешь. Или на клетку выше. Там не выживет просто. Там просто да как не выживет? Поэтому у тебя есть... У тебя есть... Кабанчик. Не, смотри. Ну, на кабанчиках... Я немножко отстаю от вас всех по фиолетовым технологиям. Такая тут штука. Ну, понятно. Не очень быстро. Ну... Ты его просто даже, можешь... По-моему, урбанизация зоны открывается. Да. Да, да, мне еще долго. Блин, как бы мне великого художника получить? Ну, это вариант. Просто я так считаю, что это вариант. Ну, я да, бы понятно, его понятно. Сюда ставил. Просто ты взял вот этим справа городом, себе забил место вот... Над кабанами правее. Там бы акведук становился вверх, и все порядок было бы. Ну да, надо было правее ставить шей город. Тогда он бы для дельфинчиков не доставал. Дельфинчики. Счастливый человек. У всех киты, у него дельфины. Ацтеки. Иху. Так, еще сахар. А это кто? А. Так, ну, видимо, блин, ферму, устроить ли тут ферму, или лучше купить? У меня тут, по-моему, уже есть водяная мельница. Конечно, конечно, надо пшеничку купить. О, уже веселее. Тут надо тогда так и так. Ферму здесь из Плотска. Сеул хочет торговый путь и Кабул. Ну, в Сеул, видимо. Или может лучше... Да не, пофиг. Так. Полтаймер почти. Стал моим сюзереном, дает озарение в каждой новой эпохе. Правда, я уже несколько раз становился его сюзереном, и постоянно не удавалось мне получить озарение. Кто-то мне перекупал его. Так, что Женева хочет? Военный лагерь. Полководец. Рыцари. Писатель. Ну, три мастерских я сейчас не построю. Ну, я вышел в промышленную эру. You can't go around arresting the Thieves Guild. Бонусы промышленной зоны, бонусы от соседства центра коммерции.
Не буду ничего менять. Ага, испанец с самого лева, да? Да. Так, ну все путем. У нас с армией. Я внезапно в центре. В науке, кстати, я вперед вырвался, потому что женил уже союза. Нас ждают там до хрена. 15%. Да. Снесите ее, да и все. Так будет проще играть. Ну зачем? Мы лучше по очереди ее союзить. А то как-то надо догонять народ. Так, надо Плоцк и Познань до десяточки доводить. Что у нас вон с там Плоцком? 29 уже. То есть тут нужны фермы. Чтобы лимит жилья увеличить. Так, в Кракове у меня построен кампус, святое место и торговая. Значит, я еще могу промышленную, в принципе, построить зону. Как бы мне ее так построить, чтобы... Дзинь-дзинь. Влиять на многих. Вот эта промышленная зона, вот у меня на эти... смотрел там. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ага, еще на этом. Все это промышленная зона на Гданьск будет влиять. Например, если я в Кракове построю, чтобы на Быдгоще Вроцлав. Всякое. Влияло. Считал холмы, что вы пристали? Ну, это важно. Ну, вообще-то да. Считать холмы. Ну, давайте сейчас сами будем следить. И просто ну, да, да, не успел, сейчас. И нажимаешь, и пропустить, и все. И это легко, что договоримся. Я стараюсь это сделать. Вот вы когда говорите, я клацаю правой кнопкой. Ну, вот все будем француз, так ну что ты посадил уже ко мне шпиона? Посади куда-нибудь другое место. Чего ко мне обязательно? Прикольно. Вот больше ты никого не нашел и не встретил, да? Тебе что, жалко? Конечно, жалко, потому что он потом будет мне районы фигачить там. Этих. Нет, дело не в районах. Районы никто не фигачит. Прошлый век. Может, амфитеатр лучше. Сейчас все воруют. Я, конечно, мог раньше купить его. Эти китов, наверное. Так, в Кракове жилья немерено, довольство, давайте промышленную зону. Тут, все-таки тут можно город будет поставить. Почему смены? А, потому что прям соседняя клетка. Блин, жалко. Значит, я не могу тут промышленную зону построить.
Ацтек. Все. Все. 15, 14, 13. День. Испания, Горго. Нет, нет, я второй раз. Прискорбно. Вообще, надо, наверное, в Кракове строить еще один. Еще одного торговца. Блин, у меня 5 юнитов, и я, в принципе, типа особо и не отстаю по силе, да? Ребята, ну это какая-то... Это... То есть все решили ко мне посадить шпионов? Мы просто качаем шпионов за счет коммерческого района. Посади у всех туда... коммерческие районы есть. Посади туда антишпиона и все. Тем более тебе уже сказали, куда садить. Но... Придется. А потом спрашивают, почему я не люблю скаутов. Почему, блин, почему-то ко мне все сажают. Вот вокруг же нету других никаких наций. Вы больше ничего не открыли, никакие города не увидели, да? Дзинь-дзинь. А кто-нибудь может 100 голды одолжить? Я чисто как суда, я уже говорил. Францу. Ну да, то есть ты мне вход будешь больше отдавать. Сколько? Давай ты ход только закончишь. Потому что мы сейчас будем долго это обсуждать. Так давай, пока закончил. Давай. Горго, дружить будем дальше? Ну, 10 золотов... Нет, подожди, 10 будем. Даже многовато. 7 золотов вход. 7 за ход. Ты, Леша, прям ростовщик. Ну, не говори. Так будет время, кинешь. In diplomacy, there are two kinds of problems, small ones and large ones. The small ones will go away by themselves, and the large ones you will not be able to do anything about. Так. Больше тут нигде поблизости варваров нету. Пойдем сбегаем. Испанец, ты принял дружбу? Города пооткрываем. Сейчас, секунду, я цевики выбираю. Thank you.
Так, Познань должна расти до 10. Пофигу, 7 ходов, 7 ходов. Вот в Плотске надо где-то жилье взять. Опять твой у меня Сеул. Я сколько раз был с сюзереном Сеула и так его способности не смог использовать. Там дает озарение, если вы в новую эру выходите. Я постоянно его сюзерен, только когда в эру не выхожу. Блин, я даже не нашел Сеула. А он и есть. Ну что, 100 науки вход. Леша, я вот там уменьшил. Я правильно понимаю, там вдвое уменьшится плата тебе? Решил сэкономить. Так выглядит так, как будто ты у меня требуешь 52 золота. Не, я у тебя в долг беру, сколько там, заход 3,5 золота, вот тебе буду платить. А где тут 3,5 золота вход? Только 52 идет и все. А, ты хочешь, чтобы я тебе сразу ответом кинул? Конечно, просто вход столько-то золота. У меня тогда минус будет. Время. Ну, извини тогда. Что тут? Тогда может... А там может, никто не может 50. Может, какая-то у тебя этот есть тогда? Ресурс роскоши какой? Ну, давай. Ну какие сахар. У тебя? Нет, сахар у меня есть. Сходите, потом торгуйте. Да я уже походил, я уже закончил ход. Кому сахар нужен по дешевке? Ну-ну, не стесняйтесь. Можешь мне кинуть, если ты меня нашел и спанят. Сколько ты хочешь? Одну 50. Штуку. Союзник сообщает, что Греция торгует с Грецией. Мы обсуждаем наши перспективы слияния. О, вот это да. Это арабу надо напрячься, да? Перспективой слияния. С кем? А что произошло? Греки объединяться собираются. Пусть объединяются. Против кого? Против всех. Друг с другом. Так, значит, излюблено тоже в Тескоку. Из... Блин, зачем я в Быдгощ перекинул? Во Вроцлав. Там кто-то что-то мастерит, и мы это слышим. В лучшем случае. Скворечник. Пусть будет скворечник. Ладно, строители, давайте еще. Он уж не может захватить на море. Спущусь, поотремонтирую. Таймер.
время. Деньги. Опять Греция торгует с Грецией. Это все-таки юнит был захвачен. Греция заключила союз с Грецией. Ну, мы просто на бумаге подтверждали наш эллинейский союз. А, да. Сначала вырубим тут лес. Место сюда бахнем. Так, Вроцлав 4-4. Афины 3. 8-2-2. Давайте в Афины. Просто торговый путь там был. Городов вообще у ацтека. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Демократия, ё-моё. Семь демократии. Ты принесешь? Нет смысла ничего выключать, потому что у меня и так тут по максимуму стоит обработка. Хотя вот можно вот сюда на еду посадить, между прочим. Вот уже 5 ходов. Так. Тут еще куча не обработана всего. Дзинь-дзинь-дзинь. You must not lose faith in humanity. Humanity is like an ocean. Смотрю, гавань только у испанца и Аравии. Причем у испанца их штук 8, что ли? Нет. 4? Там маяки просто. 3. Или 4. 4, по-моему. Так, что у нас тут с писателями? Далеко я. Так, могу универ купить. Перехода до десяточки. И что, мне промышленную зону или театральную площадь строить?
как этот собор Софии манит, блин. Вот тут мы библиотеку купим. Угу. Или чё? Ну не бери этого ученого, пропусти. Или ты не можешь себе такое позволить? А я вообще ни одного ученого еще не брал. Там всех кто-то ученых забрал одного. Да. А чё, кстати, у нас с последним ученым? Мы с ним играем? А что с последним ученым? Я бы заделал его. Который дает это ускорение ко всем. Нет, нет, который ускорение всем наукам дает. Я думаю, надо без него играть. Да, это про Абдусалама, который бустит все эврики последней эпохи. Информационные эры. Ну, давайте проголосуем. Я как бы плюс вот ставлю за то, чтобы забанить. Как это делается? Его все скипают, последнему, кому он приходит, он его бесплатно получает, и он его удаляет. Ну, еще 5 человек. Ну, все, уже точно скипаем. Тогда будет все более-менее ровно. Ребят, прибегайте будет... с корабля с религией. Он троих уже законвертил. Что-что будет с арабом? Араб законвертил троих цивилизаций. Че? Араб, давай. Да ничего, он об меня споткнется в любом еще случае. Еще 7 осталось. Да, еще осталось 7. Я за араба. Кто за араба? Ну, в плане, я за тебя. Если что, конверти всех. Если конверти всех. Блин, короче, я за то, чтобы ты религией побеждал, как бы кто-то там начал переживать. Я говорю, я за араба. Короче, я обвиню сразу араба, чтобы если увижу его миссионеров, чтобы сразу... Я вертел, кого мог. Это столетняя война. Мы про это и говорим, что так и все правильно сделал. Вообще-то моя религия дает науку. Еда и наука. Не, я... Ладно, забей, короче. Долго будем объяснять. Фабрику в Афинах построила Греция. Так, так я шпиона тут хотел. Так, значит, у меня бегают. Так, из Вроцлава 2. Ты его чиканал говоришь. Из Кракова. Сколько из Кракова, господи. Лёша, мы тебя слышим. Ну, классно. Так было задумано. Раз, два. Два из Кракова. Давайте ещё одного перекинем в Краков. Будет у меня такой генератор производства. О, до конца карты добежал, похоже. Кстати, а где-нибудь есть еще чудо природное? Так что оно вам дает, я так и не понял. Не, бесплатную реликвию. А, реликвия, да. Прикольная штука.
то я вовсю ищу их. Так, что тут с распространением религии? Не сильно там араб на меня влияет, надеюсь. Вообще можно поднакопить на апостола и купить, например, ну, укрепить религию. А кто хочет со мной союз заключить? Что у нас там вообще по религиям? Даосизм не укреплен, православие не укреплен. Вот качечка все укрепил. Давай с тобой. Каждое священное место и каждая площадь дают... Араб, это кто говорит? Аллах Акбар говорит. Давай, Аллах Акбар. Все. Ислам – мирная религия, вся себя. Была. Священные места... Сейчас мы дружим. Получают плюс одну веры за соседние клетки тропических лесов. Ну, неплохо, если есть тропические леса. У меня-то их не было особо. А ты мне кинешь или мне тебе дать? Я уже принял. Не, я имею в виду союз. Так и не поставил нигде город, ну то что жалко еще город где-то ставить. Ну там что там, дзинь-дзинь уже давно был. Хочешь ход сделать? Ну, нет, у меня Эврик как раз этим ходом нужен. Ну так возьмите, примите быстрее уже, чего. Уже приняли, приняли, спасибо всем, что дождались. О, я всех в науках обогнал. Я крут. Смотря куда ты вышел. В канализацию. 183. Науки уже. Лучше выход. 183 у кого? У Японии. Как-то много. Много. Ну это не наша забота, по-моему, вообще не знаю, где Япония. Ну да. Он граничит со Спартой, Индией, Францией и мной. Так. Где нам тут побольше? 4 производства Эфес даст. Ну, значит, в Эфес. Так, тут мы святое место построили. Сколько стоит купить музей? 265. Надо археологический музей, конечно же. Тут не холм. Ну, я вот сейчас в шестой циве, типа, если лес на холме, на луговом холме, то я его вырубаю и строю этот шахту. Араб, дружить будем? Ну, а что мне остается делать? Какая безысходность. Ацтек, скажи мне, куда мне тут скакать у тебя, чтобы все города найти? Эй, ребята, а скажите, где находится это какое-нибудь чудо света? Вот я нашел Текскока, Теночтитлан, Теотиоакан и Чальку. Не от Чалька куда? Направо, направо. То есть два твоих города, направо. Остальных справа будут. Скачи, не ошибешься. Угу. Да. Мне просто выгоднее всего к тебе караваны пускать.
Слушайте, может мне тут купить лучше просто вот эти здания на... У меня же денег дофига. Вот так. Пускай веру копят. А построим мы тут что-нибудь другое. Кстати, почему нет? Как вариант. Chemists do not usually stutter. It would be very... Наверное, все-таки в Вильнюс, чтобы больше давал от театральных площадей. Лаборатории. Лаборатории дорого, поэтому будем их строить. Так, что мы в Познане обработали? У нас уже тут 10 жителей. То есть я могу еще один район построить или уже... Нет, пока не могу. Художественный музей, археологический музей я куплю за веру. Так, значит, давайте в Познане тогда на производство. Сделаем упор и... Так, ясненько. Давайте здесь... Вот тут на холме. Обращение в веру. Вызвать вдохновение для мобилизации. Значит, писатель, рыцари. Центр коммерции, полководец, военный лагерь. Таймер. Секунду. Дружочек-читерочек. Цива сложная, мне без читов нельзя. Окей. Блин, они бегают. Так, что у нас тут по демографии? 183 науки. Ну там, видимо, намного больше кампусов. Сду японцы. Где тут? Ну и культура нормально. А у кого сколько науки? Ой, промки. Тут что-то я русскую долину построил, и фигня какая-то. У меня 83. Чего-чего? 81 у меня, Афин.
81. А как так? 69. Мне... Рурская долина 30%, по-моему, от холмов дает. У тебя много холмов? Ну, так. Нет, холмы дают плюс 31 производство и 30 к общему. Она дает, да, плюс 30 просто к процентам, сухие. Ну, и все. Mm. Мне 50. Ну, печально, что можно еще сказать? Печально. У меня в моем последнем городе Занзибаре 46 холмов. Так что. Ой, этот. Соломанка. Соломанки. Соломанки. 46. Как у тебя может быть 50? Ну вот так вот. Но это не заточено на промку, конечно. Народ, можно паузу минус 7 в аптеку сбегать жене? Конечно, можно. А если мы будем делать паузу, я бы не против в магазин сходить. Ну, 7-10 минут, давайте перерыв, да, для всех, если давайте, так, да. Надо. Сейчас прямо? Ну, да, пойдет. Давайте 15. Давайте. Или следующий давайте ход. Со следующего хода. Ну, давайте со следующего хода, и все, и разойдемся. Нет, мы нажмем паузу, но не будем выходить. Сначала. Ну, вы поняли. Так... Ну, у меня меньше производства, потому что я тут всего два промышленных района построил. По-хорошему немножко так дифференцирую, но в Плотске, например, тоже надо будет построить промышленный район, например. Еда и рост. Тут чисто еда. Нет, ладно, пускай он сейчас один ход вырастет. Тут можно... О, неужели у меня стольня решила лошадей присоединить к третьим радиусе, к 94-му ходу. Это победа. Заявка, ну точно. Так, а где у меня там великие люди, когда какие будут? И будут ли вообще? Ну вот ученый, зрение для... Когда ты задаешь темп игры? Ну давайте, заканчивайте, ну. Я специально, ну, смотрю я последний, специально пропустил ходы, а они там что-то еще думают. А вот это вот три точечки, это мне предложение, да, кто-то кинул? А я их почему-то не вижу. Нет, это в чат писали. А. Было бы прикольно, если бы вот не вот здесь снизу вылазил, а вот сверху вместо как раз этих трех точечек было, что тебе какой-то конкретный игрок кидает предложение. Ну, выйдет экспаншн, там переработают, ты заплатишь за это денег, и все будет как надо. Так, я игру сохранил, на паузу нажал. Через 15 минут, да? Понеслась продолжение. Окей. Франция, давай альянс. Альянс? Ну да. Франция? Сейчас? А что тебя не устраивает? Циферки. Шапки зовут же, нет? Ну, не со всех сторон же. Ну, блин. Я как бы тут по центру карты, если что. Я тут, знаешь, с шапками. Но шапки зовут же. Что нет? Зовут, что зовут.
Прям клич. Я прям слышу эти шапки. Как так-то? Какой альянс-то? Хотя, ну, грек-то понятно, ну, не про грека ж разговор. Хотя, да, получается, с греком альянс. И привет, японские друзья. Или кто там у тебя рядом? Нету никого. Нету никого. Все ушли в магазин. Так. А над Кабулом это грек или француз? Я не могу понять. Француз или грек? Я Кабул окружил вообще. Вообще странно, что Кабул еще есть. Но он не мешается пока мне. Ну, вообще, я думаю, многие обязательно напишут в комментариях, что типа, почему я не воюю, что за фигня. Ну, сами понимаете, ты находишься в центре карты. На кого бы я ни напал, как минимум двое сразу могут впрячься. И тут лучше на таком, на качелях сидеть, ожидая... Ой. Ну, то есть в защите. Циферки. И понимаешь, что если кто-то на кого-то нападет... У нас дружба протухла. То другие... Как раз про каски спрашивал. Ну, другие... я не про каски спрашивал, я про шапки. Впрягутся. Просто у меня что же есть боярские там, помнишь? Кто-кто? Ну, всадники мои. Так они у тебя не очень. Да. А я помню, что очень даже и очень были. А континент? В принципе, я все еще могу вот тут поставить мы город. Мы все одна большая семья. И отжать вот эти клетки. На самом деле. Как хорошо. У Женевы так точно поджимать. Странно, что у нас-то дружба протухла. Я предлагаю продолжить. Мне нравилось. Флянца, а ты кого хочешь вынести-то? Да никого я не хочу. Что американцы либо этого ацтека или Польша. Я не понимаю, Грек, что ты спрашиваешь, у тебя больше всех армий. Ты посмотри, у Франции сидит там сзади с двумя дуболомами. Мы с ацтеком вообще-то дружим, как бы. На серьезно, без шуток. Там не показывают, что у вас есть отношения. Отношений, может, и нету, но мы дружим. Вот, просвещение открыли. Так. Так что... Тут все, пускай так остается. Значит, так, 100% от кампуса. То есть это бонусы соседства убираем. 100% от коммерции. Плюс одно довольство во всех городах. А тут плюс два к жилью с тремя специализируем, а тут с двумя. Еще давайте вот так пока сделаем. Типа жилье снимем. Так, 124 и 140. Да ладно. Бонус от рабство это меня обращает оставлю. Потихоньку. Как же ты допустил? Да, что-то мне не сильно повысилось. Ну, у меня религии нет, как вот это... будет. Да ладно, так... прими моих беженцев. Я думаю, чёрт, ты будешь рад. Да, нет. А то я тебя кинул, и ты молчишь. Я пока что думаю. Хорошо. Есть у меня пару ходов? Думай. Видишь, у меня армия небольшая. У меня есть кофеёк. Да, не вопрос, конечно. Я просто, что реально на прошлом ходу все протухло, и поэтому... Качечка, я тебе там кидал открытые границы, ты отказался, да?
Не знаю, сейчас гляну. На, смотри. Так, в Гданьске. Отстоять. Давайте строителей. Тут, блин, тут у меня захватили. Не, божественное право. Я считаю, что нафиг надо. Что тут? Строительство чудес и производство кавалерии от средневековья до промышленной эры. Стояночка. Это же у меня кавалерия? Угу. Ладно. Вынудили открыть. Горго тоже посмотри сделку. И удваивают веру. Знаете, давайте еще мы и реформацию откроем. Раз вы все задумались... Грек уже в эпохе атома по культуре. Ну, это прогнозируемо. Да и, вам культура бесполезна. Да и по науке он уже недалеко. Уже в касках, видимо, да? Город, да предложи там, что хочешь, какую хочешь технологию. Да. Мне все равно. На это научное соглашение. Сейчас я посмотрю, что лучше. Ёпта, тут такая ветка веселая. Слушай, я только сейчас увидел. Понятно. Короче, после всего этого у меня клавиатура работает только в SAD, а другие хоткейсы не работают. Придется все мышкой клацать. Так, это получается уже двое в современности, да? И это получается кто-то вышел... А, кто-то. Халецкий вышел в химию. Ну, как бы, окей. Норм. Тут просто я привык, что тут надо изучить нормально, напрячься хотя бы немножко, чтобы выйти в химию, а тут... Вообще... Смешно, смешно. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры, а продолжение смотрите завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Лёша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.